Всем привет, дорогие друзья, с вами Стикос. И в сегодняшнем видеоролике мы получим стикеры D-Roll Party Runner. Прежде всего, нам понадобится мобильное устройство с версией ВКонтакте, которое поддерживает мини-приложение. К сожалению, с компьютерной версии этого не выйдет. Увы. Как только вы зашли ВКонтакте, вам понадобится ссылочка, которую я оставлю в описании и в комментариях. Как только вы перешли по ссылочке, нас встречает вот такой вот кликер. Но не пугайтесь, все очень просто. С помощью этого кликера мы сможем получить все стикеры D-Roll Party Runner. Но об этом чуть попозже. Давайте же пробежимся по его функционалу. Основная цель данного кликера заключается в том, то, что нам нужно зарабатывать специальную игровую валюту и потом обменивать ее на наши стикеры. Но чтобы ваш заработок не был таким долгим и скучным, для вас существуют бустеры. Их задача заключается в том, то, что за определенное время они будут вырабатывать вам игровую валюту, даже если вы ничего не будете кликать. Но есть одно но. На первый бустер придется накопить вручную. Но не переживайте, это делается очень быстро. Эти 3000 игровой валюты зарабатываются буквально за 2 минуты. Не переживайте. Ну а дальше все пойдет как по маслу, потому что у вас есть бустер, и потом с этого бустера можно накопить на еще один. И ваш заработок будет вдвойне. Но это уже решать вам. Но если вы не хотите ждать или получить и то, и другое, то для вас еще подойдет такая утилита, как герои. В принципе, герои не так сильно отличаются от бустеров. В героях вам придется кликать, и когда вы кликаете, ваш заработок удваивается. Но с героями ваш заработок в офлайне не будет удваиваться, только когда вы кликаете. Итак, давайте же приступим к самому вкусному, к стикерам. Когда вы накопите 100 000 игровой валюты или просканируете чек, то вам автоматически выдается 8 стикеров из данного набора. А вот, собственно, и они. А вот чтобы получить другие стикеры из данного набора, вам уже придется не копить, а покупать. А вот, собственно, их расценки и сами стикеры. Но прежде чем попрощаться, я бы хотел поделиться о том, что в моем сообществе проходит конкурс на 10 кодов. Отзовите сборную на победы. Результаты будут уже 5 апреля, поэтому поторопитесь. Спасибо, что вы досмотрели до этого момента. Всем удачи и всем пока.